собрать и вам-то сказали, но мы сами не знаем. А расскажите размеры помпушечки какие? Сейчас я скажу. Юлечка. Какие размеры? И так далее. Порядка 3,5 метра в диаметре, около 3185 помпушат, более 160 килограмм веса. Делали долго? Около суток выпекали. А скажите, что дальше ждет эту помпушку? Дальше претендуем на фиксирование рекорда в районе. А когда? Около 2 часов приблизительно будут фиксировать. Такой формы еще не было. Это в форме солнышка выпечено. И такой не было такого количества помпушат. Был установлен рекорд на 1500, а у нас более 3000. А что ждет потом их? Вот установят рекорд и дальше что? Будут раздавать всем жителям города, всем гостям города. Приходите, пробуйте, пожалуйста. А борщ рядом, что про него можно узнать? Много ли его там? Около где-то 100 литров борща. Тоже рекорды тоже будут раздавать? Будут раздавать, насчет рекорда не владею этой информацией. Спасибо, с праздником. Спасибо.